запутался здесь. Так. Стой. Стоять. Мы его поймали. Всем привет. Сегодня 22 июня. Очередная рыбалка будет у нас проходить на земснаряде река Элек. Как вы видите, все позарастало. Воды маловато. Давно здесь не был. Весной сколько пытался. Ну, серьезно так и ничего и не поймал. Сегодня с обеда просидел, все думал, ехать, не ехать. Жара была 35 градусов. Если вы со мной, то смотрите. Ну, сейчас время 20:30, чуть-чуть жара спала. Немного ветерок дует. Ну, по крайней мере, это лучше, чем дома сидеть париться. Попробую здесь порыбачить. Может, что и поймаю. Так, донки расставил. Сейчас попробую судочка на мандул. Может, что и клюнет. Донки расставил. Будем ждать поклевки. Солнце село. Время 21:30. Сегодня поставил плавающие бойлы искусственные. Одну на крышку и через опарышем. Черевопарыш уже что-то поклевывал. Сегодня вроде воду открыли слегка. Но вид, конечно, ужасненький. Вода задыхается, зелень несет. Вот такая обстановка у нас на речке. Ладно, будем рыбачить. Если клёв будет, посидим. Нет, то домой пойдем. Смотрите, какого судака поймал я мощного. О. Ловил живца, на парше клюнул. Иди.
Так вот. Гуляй. Так, время 10 часов. Пока ничего не поймали. Живца подловил. Поставил на хвостик на судака. Или сомик, может, что попадет. Мужики сидят, тоже у них ничего не клюет. Будем ждать. На пляже музыка играет, отдыхают люди. Да, сейчас дома не усидеть. Жарище такое. На днях обещает 40-43. Это вообще труба будет. Так, что-то непонятно. Вроде на нарезку что-то клюнуло. Стены ничего не разберешь. Что-то вроде есть. Самёнок вот такой. Что там, крупнее нету, что ли? Ты уже... Так. Вот такой головастик. Головастик. Белый какой-то весь. Отпустим, наверное. Иди, гуляй. Ну что, друзья, сейчас уже час ночи, клёва нету, пол первого поймал одного сомика, отпустил его, будем закругляться, собираться потихоньку домой. У нас опять клюет, друзья. Зацепился. Да. Опять, по-моему, сомик. Наверное, мы его потеряем. Он куда-то завел, блин. Непонятно. Что там такое? Давай, выпутывайся. Ну, в палку запутался. Этот еще мельче. Что это там? Стой. Тебе ж надо отпустить живым. Так что... Да, заглотил сильно, не знаю, выживет, не выживет. Жабры вроде сильно не повредил.
Ну, отходняк у него. Друзья, не пойму, а что это на бойл было поклевка. Карп, карп. Водает. Да, отины сколько здесь. Как мне его вытащить теперь? Ого. Ого. Так. Друзья. Стоять. Мы его поймали. Поймали. Друзья, я в шоке. Все-таки фортуна повернулась ко мне лицом. Не знаю, насколько он потянет. Дома взвешу. Телефон утопил свой. Ну, я давно такой трофейчик взял. Вот он. Красавчик. Взял на бойл 12 миллиметров. Вкусом сливы. Зацепился хорошо. Уже совсем домой собрался. Тут два сомика подряд клюнули. Пока с сомиком возился, тут смотрю, спиннинг мой развернуло. А тут вот такая чушка сидит. Все тиной позатянуло. Еле его вытянул. Ну ничего. Три поклевки подряд. Два сомика и карп. Кантера с собой не было. Ну, сейчас дома взвесим. Узнаем, сколько он потянул. Ну, а сейчас самое интересное. Взвесим наш трофейчик. Сколько у нас? 5410. Никак не могу побить свой рекорд. Он у меня 7,5. Опять не дотянул. Ну ничего, все впереди. Ну вам, друзья, я желаю ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч, новых видео.
пока.